Послушайте, Диана, здесь я видела много детей. Кого-то мы спасли, кого-то нет. Любить не значит спасти. Любовь здесь ни при чем, к сожалению. Скептики будут посрамлены. А где мы будем жить? Сен-Оберу, шоссе 116. Я верну тебя в русло, сынок. Вначале ты будешь на домашнем обучении. Стив, суток не прошло, как ты здесь, и такой бардак. Сядь вон там. Здравствуйте, Диана. Заткнись. Твой сын будет находиться с тобой постоянно, так что вали отсюда, куда хочешь. Посмотри на меня. Мы будем вместе. Мы вдвоем. Я буду себя контролировать. Наша новая соседка, учительница. Она очень милая. Здравствуйте, я Диана Дипре. Живу напротив. Не окажешь мне одну услугу? Давай разберемся. Вначале у нас все очень хорошо шло, просто прекрасно. И очень хотелось надеяться. Потому что жизнь со Стивом похожа на лотерею. Никогда не знаешь, что выпадет, орел или решка. Стив бывает буйным. В глубине души он милый мальчик, но когда слетает с катушек, держись от него подальше. Удачи, мадам. Ты еще любишь меня, а? Мы с тобой ближе, чем мужчина с женщиной.